Продолжаем выпуск. 22 пожара произошло на территории округа за неделю. В большинстве случаев горел бытовой мусор на контейнерных площадках. Однако не обошлось и без крупных ЧП. В субботу на Ярославском шоссе сгорело 4 машины. 11 декабря произошло возгорание на Ярославском шоссе автомобиля «Вольво». Данный автомобиль, передвигаясь по Ярославскому шоссе, припарковался на обочине, и водитель увидел, что горит моторный отсек. В результате пожара кабина данного автомобиля выгорела полностью, и пострадали 3 новых автомобиля. Причины пожара устанавливаются. Еще одно транспортное средство сгорело на бульваре Распоповой, а также в деревне Сумароково. Во втором случае от огня пострадали не только автомобиль, но и несколько деревянных домов и одна баня. В деревне Сумароково, СНТ «Тишина», 4-я линия, участок 120, сгорелся частный дом. В результате пожара частный дом выгорел полностью, пострадала баня и автомобиль, припаркованный на данном участке. Также пострадал соседский дом. Есть пострадавшие. В результате пожара пострадавший доставлен в больницу с ожогами второй и третьей степени. Сотрудники МЧС напоминают, что с наступлением холодов увеличивается риск возгораний хозяйственных помещений в частном секторе. Не стоит забывать и о правилах использования печного оборудования.